Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вновь приехал в гости к семье военнослужащего. Николай Калашников был мобилизован в зону СВО в октябре 2022 года. Поводом для нового общения стал день рождения младшей дочери защитника Отечества Арины. Андрей Булгаков исполнил ее мечту – подарил щенка Корги. Арина, привет! С днем рождения тебя! Как ты хотела, Корги, девочка! Девочка поблагодарила главу округа за желанный подарок. Они договорились, что когда щенок подрастет, запишутся в корги-отряд и будут помогать людям. А пока она готовится идти во второй класс в новый корпус школы номер 19 в Новом Городке, что гораздо ближе к дому. Андрей Булгаков также узнал, что старший сын Кирилл поступил в Щелковский колледж на бюджет. Направление – сетевое системное администрирование. Желание супруги о повышении квалификации также будет исполнено. Когда муж вернется со специальной военной операции, Нину Борисовну переведут старшей медсестрой в Щелково. Андрей Булгаков отметил, что администрация округа и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку семьям участников СВО.